17 января в Давосе состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем компании Photesk Future Industries Эндрю Форестом. На встрече было отмечено, что меморандум, подписанный в минувшем месяце между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Photesk Future Industries, предусматривает реализацию проекта по производству в нашей стране 12 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии. В то же время было подчеркнуто значение подписания в Бухаресте соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. Отмечено значение поставки в будущем в рамках данного проекта, производимой в Азербайджане зеленой энергии на европейский рынок. В ходе беседы также было подчеркнуто значение сотрудничества в реализации в Азербайджане проекта по производству водорода, в том числе зеленого водорода. Отмечалось, что меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии. Предусматривается, что производство части данной энергии в объеме 12 тысяч мегаватт будут осуществлять СОКАР и компания Photesk Future Industries. В ходе беседы говорилось о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане. На встрече было подчеркнуто, что наша страна обладает богатым потенциалом возобновляемой энергии. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.